Всем привет! Мы приехали с батей на несколько дней половить окуня, судака и щучку. Сегодня первый день. Думаю, будет небольшой, такой разгрузочный. Наловим живцов, чтобы хватило на последующие дни. Истопим сауну. Ну и может вечерком опробуем половить окуня. Ну а завтра уже будет целиком, полностью день, посвященный рыбалке. Много воды. Перевернуть, конечно, с мотором ее плохо будет. Ладно, будем работать. Грязная лодка. Попробуем сейчас ее всю вымыть. Может, тут вон что-то, пыльцы какой-то или что-то. Было бы ферри. Заливай чистой водой. Нет. Ну вот стало уже намного получше, чем было. Но можно ее еще чистить, но без спецсредств никак. Но уже лучше. Берега завяжем. Что-то где-то там. Ой, скользко. Давай весла. Да, дождик так пошел, конечно, сильный. Поэтому мы поставили сеточку с мелкой щей, чтобы поймать живцов. И пошли посмотреть грибов. Кто-то бросил тачку. Новый год. Ничего интересного. Это уже червивые все. Червивые. Чистый? Ну, точечки есть, но не черные. Какой красавчик. Чистенький. Вот этот толстенький. О, какой. Вот таких можно. Чистенький. Смотри, какой. Вот таких бы, да? Но. Красавчик стоит. А, такой червивый, наверное. Вон какой красивый. Два брата, акробат. Ох, как шикарный, да? Ой, так там все усыпано, бать, вдоль дороги. Лисичками. Надо собирать, пока не пришли. Берем, да? Ну, такие, если тверденькие, то да. Ой, тут, ну, тут нормально их как бы. Можно собрать что-то. Так сходим. Вот это поливает. Семечки есть, интересно? Да нет, они не вызрели. Почему они не зреют? Да они вот эти, которые отпали. Есть. Но они белые, да? Ну такие. Ну, сбоку черные, в середине белые. Лисички есть. Смотри. Лисички? Да, и вот там. Где да будешь собирать? Не... Да. Иди туда с ведром, там их больше. Хотя тут тоже их. Только большие-то не бери. Они маленькие, но они там конопли. Заработают.
прям много. На. Ну давай. Ты меня вырывал? Смотри, вот такие брать. Одно толстые ножки. Да бери, бери такие маленькие, бери. Может быть, все может быть. Щука утащила наших живчиков завтрашних. Ну сразу видно, если сетка так стоит, а если туда, значит сетка. Балку не видно. Да, сетки не видно. А? Она на дне. Что-то там вот тут, по-моему. Да, оттягивай. Кто-то там попался. Что, есть живчики? Нет, окуней, плотвы мелкой, синий. Так и все равно какая разница, живые, не живые, живчики. Просто иди, что знаешь. Ой, сколько ее тут. Ее проще было снять. Ой, блядь, что-то крупное очень. Кто там? Щука. Килограмма на 2,5. Блин, ну это вообще не это. Ну хоть не так сильно-то. Да она рыбину съела, вот чем дело. А-а-а. Она рыбу съела. Дохлая-то какая. Длинная. Щука? Окунь здоровый. Здоровый окунь. Аккуратно. Ну, на завтра есть, по крайней мере. Ну, наморозим, во всяком случае. Да, она и мороженое нормально. Много вон сколько. Будем менять почаще. Вставили малявочницу на живцов. Но еще влетела такая вот щука и окунь. Окушок такой. Окушок хороший. Такого на живца. Ловить хорошо. Оставили вот на такую рыбу. О. А сколько ища было? 12. Ну, там много. На завтра как раз будет много. Что-то я поводок совсем тоненький. Надо больше поводок поставить, завтра будет, наверное. Хотя я ж не планировал на щуку, поэтому и тоненький. Плыли. Куда? В конец туда, наверное. В конец туда, да? Угу. Потом надо будет снять. Ну не, живой. Живой? Ну так. Так ведро сунь его. Блин, щука. Шнуробас. Ветер бы дул бы туда, чтобы можно потихонечку бы нес бы. Жадная. Смотри, поперек стала. Там один тройник, и то он это не зацепляющийся. О, все.
первый осенний мелкий щупак. Ушел. Смотри, маленький. Маленький, а такого и заглотил-то целиком он его же. Радует, что в этой части рыба берет. По поверхности идет, да? Но она мало заглубляется. Мало. Видно было, как взял, да? Нет. Вот она. Я же говорю, там всегда берет. Но опять же, шнурок. Смотри, как они сегодня как на мыша. Ловко берут. Мясо хотят. Сегодня у них мясной день. Да, сегодня день мелкой щуки, по всей видимости, но ничего. Завтра, если что, может, отыграемся. Кинули дорожку, понимаете ли. Первый просто раз за все время здесь на дорожке взяла. Что, крупная? Не знаю, дергает-то неплохо. Ну, подведешь ко мне, я ее возьму, если что. Дергает-то неплохо. Где она, не вижу. Ты сам бываешь. Что, ушла? Не. Да, наверное, под вундель. Ну, подними. Поднимай потихоньку. Окунь. Может, надо на середине ловить на живца? Ну, это хороший. Как минимум. Грамм 600-700. Думаешь? Да. Грамм 600, точно. 530. А тот, ой, так и тот, тот крупнее. Да. Ну-ка. Ну нет, не, ну непонятно. Да, 500. Ну примерно плюс-минус такой же. Да и по размеру, слушай, они схожи. Со дна, наверное. Так она не по дну идет. Все-таки это весна. Надо по низу идет. Брал два раза, промахнулся, удар был, Смотри-ка, тут окунь-то тоже много крупного, да? Да. Так и зимой он попадается же у нас. Да. На маленьких живчиков, если маленьких-маленьких, ставить жерлицы. В общем, в малявочницу щука и окунь на 500 грамм. Батя поймал на минуску на 500 грамм. И я вот две мелкие поймал. Но у нас завтра живцов много. Поэтому мы поедем за судаком. Вечер удался, в принципе. Батя сейчас малявочницу чистит. Живцов собирает. После такой погодки надо обязательно в сауну сходить. С нее промокли до нитки. Ничего не видно, хоть глаз выколи. Надо подкинуть дровишек, сходить, посмотреть, что там, температурку. Сегодня два раза пришлось переодеваться, потому что до нитки такой дождь был. Жуткий, просто пипец. Сейчас посмотрим, что у нас там происходит. Ну вот уже вот более-менее нормально. Жара, надо подкинуть еще немножко дровишек. Поворачиваю. Раз. Два. Можно еще, если улезет.
О, все. Фу, ну вот еще, наверное, минуток 15, и будет вообще огонь. А если полчаса, то будет вообще жара. Так, открывайся. Дрова бы еще найти бы. Раз. Сюда. Сюда. Ну, я думаю, этого вполне хватит. Фу! После саунд, конечно, вообще отлично. Сейчас еще надо будет приготовить гриль. Батя! Да. Наливай. А? Наливай. No problem. Что хочешь, коньяк, 5 звезд, 7 звезд, Зивано. После баньки, да что не хлопнуть-то, а? Тем более я сегодня лопатка поймал. Не финская. Неплохого. Прибалтийская. Даны, некоторые сумки под запрет попали. Все, наготовили. Сейчас покушаем и спать. Завтра. 5 утра на рыбалку. За судачком надо будет. Картошечка. Картошечка. Горяченько еще. Ну что, давай за завтрашнюю рыбалку. Давай. Начисляй, батька. Чтоб большого судачка завтра бахнуть. Или... Или большого, или еще больше. Большого там сколько? Не знаю. Ну, такого, наверное, не будет, как я тогда. Но всякое бывает. Ну, щуку надо на 9. Ну, хотя бы на 9. Потому что я на 8 здесь брал. 8200. Ну, давай. Все, давай. Отлично.